Продолжим дорожную тему, но теперь поговорим о том, что помогает уменьшить количество опасных ситуаций. Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Уже в дошкольном возрасте важно дать ребенку понимание безопасного поведения на дороге. Примером малышам всегда служим мы, взрослые. А еще помогает усвоить основные правила конкурс «Зеленый огонек». Его проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ежегодно в смотре участвуют детские сады региона, педагоги, воспитанники и родители. Как он проходит в этом году, спросим гостя в студии. Сегодня это Елена Чеченева, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции ОМВД России по Белгородской области. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Конкурс проходит уже несколько десятков лет. Вот как он со временем менялся? Да, действительно, конкурсу больше 25 лет, и, наверное, он менялся с учетом современным требованиям, которые сегодня диктуют участники дорожного движения. Вот именно таким образом и мы совместно с нашими партнерами, педагогами, органами управления образованием каждый год меняем положение, придумываем, разрабатываем новые формы, интересные формы взаимодействия, отлаживаем систему непосредственно образовательной программы по обучению детей дошкольникам правилам безопасного поведения на дороге. Ну вот 25 лет, такая цифра очень значимая. Уже чувствуется какой-то результат? Как вы это ощущаете, как можете оценить работу этого конкурса? Ну, конечно, ощущается результат. Ну, во-первых, с каждым годом заинтересованных в числе и педагогических работников, в числе родителей, в числе воспитанников становится все больше и больше. К сожалению, конечно, мы констатируем, что состояние аварийности с участием детей, оно есть, и ДТП есть, они продолжаются. Но то, что мы охватываем наибольшее количество юных участников дорожного движения, в том числе их родителей, конечно же, это положительно влияет на правосознание, наверное, в целом, как среди взрослого, так и среди маленького населения нашего. Наша съемочная группа побывала в нескольких детских садах. Мы вот посмотрели, насколько действительно ответственно и воспитатели, и родители подходят к участию в конкурсе, какие необычные идеи придумывают. Давайте посмотрим сюжет. Давайте. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? Вспомни сказку. Умница! Молодец! Конечно же, в карету! Игры, мультфильмы, викторины. Малыши начинают учить правила дорожного движения еще в детских садах. Например, в «Строители» сформировали гидбригаду. Юные инспекторы помогают одногруппникам разобраться в терминах и дорожных знаках. А еще устраивают показательные выступления для ребят из других дошкольных организаций. Регулярно в гости к детям приходят сотрудники госавтоинспекции, проводят интерактивы, знакомят с правилами поведения на дороге и в транспорте. Как нужно переходить на светофорном объекте? Вот, например, красный горит, можно идти? Нет. Нельзя. А на какой можно идти? На зеленый. А чего только на зеленый? Потому что зеленый цвет разрешает походу человека. Мы проводим и мастер-классы. У нас в каждой группе есть уголки правил дорожного движения. Активными участниками в этом направлении являются, конечно же, наши родители. Каким бы ни было эффективным обучение, в первую очередь малыши берут пример с мамы и папы. Семейные акции, конкурсы в Алёнушке уже традиция. В этот раз устроили флешмоб и автопробег. А это детский сад номер 8 в Дубовом. Здесь в рамках профилактики травматизма на дорогах организовали родительский патруль. Раз в месяц мы выходим, проводим акции. Главная задача – это проверка светоотражающих элементов на одежде детей. И чтобы правильно деток перевозили в креслах.
Работают по принципу «равный равному». Активные мамы и папы раздают другим родителям памятки и напоминают о правилах безопасности на проезжей части и в автомобилях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам памятка. Спасибо большое. Спасибо большое. Для чего нужны светоотражающие повязки, ремни безопасности и детские кресла, дошкольникам объясняют и на тематических занятиях. Какие ты знаешь правила дорожного движения? Тебе рассказывают в садике? Надо смотреть направо и налево. А что-то вот это у тебя такое? Это повязка. Когда вечером гуляете, то надо ее одевать, а то машины вас не увидят. Да, она светоотражающая. Недавно воспитатели создали серию роликов о ПДД. Их показали в местной поликлинике, некоторых школах и Дворце культуры. Проект победил в первом этапе тематического конкурса «Зеленый огонек». Теперь детский сад представит муниципалитет на региональном уровне. Анна Свидовская, Светлана Гмыря, Эдуард Горелов и Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорье. Елена Анатольевна, с какими идеями участвуют в конкурсе в этом году? Что, может быть, вам приглянулось, запомнилось? Каждый год, казалось бы, что уже невозможно ничего придумать, что уже идеи в принципе закончились. Нет, педагоги, родители, дети придумывают абсолютно новые формы и акции, и викторин, и флешмобов, и челленджи. Где-то это автопробеги, где-то это семейные мастер-классы. Еще хотелось, наверное, отметить именно участие педагогов. Они просто из подручных средств, из каких-то труб делают шедевральные автомобили, шедевральные проезжие части, приближенные к реальным, устанавливают светофоры и дорожные знаки и так далее. То есть вот еще прилагают максимально свое творчество. Поэтому пока выделить вот прям кого-то не могу. Почему? Потому что конкурс еще продолжается, и нам предстоит вот сейчас пройти экспертную такую оценку тех материалов, которые нам уже поступили, и выбрать на финал лучших. Подведем итоги, я так думаю, что в апреле месяце. В апреле. Да. Ну вот вы сейчас перечислили такие необычные разнообразные задумки. Как все-таки будете определять финалистов? По каким критериям, на что будете ориентироваться? Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это комплекс мероприятий. Мы будем оценивать в первую очередь систему, как она адаптируется к тому состоянию аварийности с участием деток. Если, например, в данном муниципальном образовании, в данном районе есть проблема ДТП с участием детей пассажиров, как эта система выстраивается непосредственно по деткам-пассажирам, чтобы предотвратить, не допустить вот эти происшествия. Если это детки-пешеходы, значит, это абсолютно другая тема, другое направление. И там тоже должна быть система. Если обратиться к статистике, как сейчас обстоит ситуация на дорогах, вот что касается именно детей и подростков? Наверное, детей дошкольников. Да. В этом году, в 23-м, имеем 3 ДТП с участием детей в возрасте до 7 лет. Все 3 происшествия связаны с детьми-пассажирами. В одном из случаев ребенок не был пристегнут ни стационарным ремнем безопасности, ни, естественно, его перевозили в нарушение требованиям правил без использования детского удерживающего устройства. В прошлом году статистика с участием данной категории деток – это 30 ДТП. Дети в возрасте дошкольном – это заложники. И вот насколько сегодня будут действительно показывать родители положительный пример в поведении на дороге, насколько они будут сами соблюдать правила и беречь своих детей. Вот, наверное, от этого будет зависеть состояние аварийности с участием именно данной категории детей. Что вы порекомендуете, какие можно дать советы и родителям, и педагогам по форме работы с детьми? Ну,
прежде всего, это пример собственный. Конечно, безусловно. Можно найти массу форм семейного воспитания. Подходите вы к перекрестку, обратите, пожалуйста, внимание своего ребенка на сигнал светофора, на то, как, допустим, собака дворовая переходит по пешеходному переходу, и она тоже знает правила дорожного движения. Обратите внимание на то, что водитель отвлекся от управления. Такие случаи есть, они бывают, и этот водитель может не заметить ребенка. Кстати, вот в этом конкурсе, о котором мы сегодня говорим, есть замечательный, в рамках этого конкурса есть замечательный проект. Он называется «Нулевой километр безопасности». И вот одна из локаций, одно из направлений – это такая номинация «Родители детям». И вот в рамках вот этой номинации есть такой посыл: «Возьми ребенка за руку». Вот возьмите ребенка за руку, держите его крепко, объясняйте ему правила дорожного движения, объясните, кто нарушает, кто делает это правильно. Вам ребенок обязательно поверит. Только доверие, только внимание, наверное, и любовь к собственным детям – это залог безопасности наших самых маленьких участников дорожного движения. Спасибо вам за такие полезные советы. Спасибо, что были у нас в студии. Спасибо.